Да, ребят, посмотрите на это, целый день, целыми днями напролет у нас пасмурно, льет дождь, а на грядках ничего не растет, несмотря на то, что они мокрые, а все потому, что нет солнечного света. А знаете, из-за чего его нет? А вот из-за этого, ребята. Да, вот из-за этого. Всем привет, меня зовут Компот, и не так давно, ну как не так давно, где-то день третий уже над нашей деревней льет дождь, не поступает солнце, а все потому, что над нашей деревней поселилась какая-то непонятная деревня. И по нашим жителям и догадкам, вот как видите, у нас тут собрание небольшое собралось. Это деревня Бога. Это небесная деревня Бога. И мы не понимаем, почему она прилетела над нашу. Она вот так, знаете, как туча шла. Она шла, шла, шла и остановилась. И все. И все, мы типа такие, чё, это птица, это самолет? Нет, это небесная деревня. И мы не понимаем, почему она сюда прилетела, как она вообще сюда попала. И вот мы собрали небольшое собрание. Сейчас, ребята, я вам все расскажу, и я присоединюсь к собранию жителей. В общем-то, это полная жесть, деревне есть нечего, потому что на грядках ничего не растет. Смотрите, как тут темно. Все из-за этой деревни. Ну реально, ну почему она именно тут остановилась? Реально, давайте, короче, хорошо. Жители, ну чё, есть варианты, чё делать? Значит, смотри, Компот, мы выяснили эту тему собрания, в интернете погуглили, да, ты был прав, это небесная деревня Бога, и ходят слухи, что Бог останавливается над деревнями только тогда, когда там есть плохие жители, и, видимо, среди нас есть плохие жители. Плохие жители, а кто? Ну, господи, давайте так, давайте напрямую как бы говорить, все мы немножечко плохие, да? Нет идеальных людей, нет идеальных жителей, а я не понимаю, а почему-то, почему? Давайте как-то это решать вопрос, мы так долго не протянем, у меня уже вон стены разбухли. Или все от этой воды. Это просто жесть. Не может так долго продолжаться же. Что делать? Ну, есть вариант как-то договориться с Богом, подняться. Компот, слушай, ты же умеешь красиво стелить, ты умеешь красиво говорить. Поднимись, пожалуйста, поговори с ним. Поговорить с Богом? Мне? С Богом? Вы серьезно? Не, конечно, могу попробовать. Ладно, давайте сделаем так, давайте ставим план. Жители, все, собрались, нам всем нужен план. Нам всем нужен хороший план, и тогда действуем таким образом. Смотрите, значит так, вы ищете информацию в интернете еще более детально, а я попробую договориться как-нибудь. Если у меня не получится это сделать, я спущусь назад, и мы уже с вами будем решать дальше. Все, давайте, забились, договорились. Только вот другой вопрос. Как мне в дождик, в мокрую погоду подниматься наверх? Как же это сделать бы по-хорошему? Я даже не знаю. Кстати, там на деревне кто-то сверху стоит. Это типа местные жители, что? Только вот я не вижу самого Бога. Где он? То есть, никаких звуков, ничего, только лишь звуки дождя и молнии нас преследуют. Хотя, я знаю, как мне туда подняться. Я вчера ходил в лес, я как бы планировал, правда, стены себе перестроить из-за того, что они разбухли от воды. Ну ладно. Я думаю, что мы возьмем один стак дерева, переделаем его, в принципе, в доски, у нас получится 4 стака дерева, ребята, и все, пожалуйста, мы можем подниматься с вами. Ну что, попробуем? Ну, давайте попробуем, я надеюсь, я поднимусь, и все у нас будет хорошо, нормально. Ну что ж, погнали, прямо сейчас, ребят, мы начинаем строиться к небесной деревне жителей, погнали. Я надеюсь, что все будет хорошо, меня примут нормально, человека с земли примут нормально, на небесной деревне все будет хорошо. Ё-моё, блин, что-то, знаете, уже немного страховато, типа... Ну, не знаю, как-то высоко, страшно, дождь все льет сильнее и сильнее, не знаю, ну, вот реально, как-то не по себе. Ой, ребят, я практически добрался, ура, ура и еще раз ура. Все, сейчас мы договоримся нормально, там, порешаю все вопросики и так далее, ой. Эй, бравые ангелы, в деревне чужак, срочно пуляйте в него молнию! Ай, стоп, не надо молнию, не надо никакую молнию. Эй, ангелы, я хочу с вами договориться. Я так понимаю, вы у нас все ангелы, да? Ангелы, пожалуйста, я хочу узнать причину, почему вы остановились над нашей деревней. Вы нам жить я не даете. Можете, пожалуйста, не знаю, полететь в другую сторону, куда-нибудь вон туда, потому что, ну, это невозможно просто. Нет, это тебе нужно говорить с Богом. С Богом? А давайте я пройду к нему, давайте, я не просим поговорить. А ну назад, иначе мы запустим тебя золотую стрелу. С Богом могут поговорить лишь ангелы, лишь те, кто живут в этой небесной деревне. Не, те, кто живут, ну пожалуйста, мне очень надо, я буквально вот на секундочку к вам зайду. А ну пошел вон! А, ё-моё, тихо, надо тихо, жители, нафиг это все, я туда никогда больше не. Компот, все, мы все поняли, мы все прочитали, короче, мы посмотрели только что в интернете, в этой деревне могут находиться только те, кто, как бы, ну, являются ангелами. Спасибо, мне, конечно, жители уже это объяснили доступным языком. Так мы подготовили тебе обмундирование ангела, просто бери и надевай его. Стоп, то есть вы хотите сказать, чтобы я превратился в ангела и проник в эту небесную деревню жителей? То есть вы хотите, чтобы я принял образ ангела? Ну ладно, да.
отдавать свои вещи. Опачки, благодарю, нифига у них, конечно, обмундирование. Ну что ж, ребят, давайте попробуем, давайте оденем. Так, штаны, о, нормально, слушайте. Это что, крылья? Это настоящие крылья? Да ладно, у меня за плащом ничего не видно. Так, все, я его снял, давайте посмотрим. Да, ребят, это настоящие крылья. Вы посмотрите, я могу ими управлять. Офигеть, это очень прикольно. Так, опасение это нимб, я так понимаю, да? Правильно же называется? Слушайте, ну я теперь очень похож на ангела. Ну что, жители, давайте, желайте мне удачи, и я, в принципе, пошел. Все, ни пера, ни пуха, как говорится. Ну что, ребят, давайте подниматься в эту небесную деревню жителей. Я теперь превратился в ангела, и я думаю, что теперь я смогу проникнуть. Теперь все будет нормально, теперь все будет успешно, хорошо, и меня, я думаю, допустят, в принципе, к Богу поговорить. Я думаю, что с ним мне удастся нормально все перетереть, и как бы все, ну, если, конечно, у меня молнии не ударит, но надеюсь, что, ребят, все будет хорошо. Так, нам осталось еще немного, блин, жалко, конечно, что я дерево трачу. Ну да ладно. Так, поднимаемся наверх, аккуратненько, потихонечку, помаленечку. Эй, ты еще кто такой? Ребят, вы чего, меня не узнали, что ли? Это же я, ваш друг ангел. Я просто упал вниз случайно. Все, я готов быть у вас. Смотрите, я могу так же летать, как и вы, в принципе. Я такой же, как и вы, обычный. А, это ты, что ли? Ты что, свалился? Мы тебя уже второй день ищем. Ну, свалился. Я свалился. Ну все, я теперь готов. Я тут в вашей деревне. Нет повода для паники, друзья мои. Так, ребят, ну вроде они поверили. Я вжился в роль ангела, отлично. Так, ладно, теперь вторая часть плана. Короче, мне нужно найти, где здесь бог находится. Ну, там я вижу, его уже нету. Может, в кузнице? В кузнице как-то нелогично. Там ангел стоит. А вот в церкви, бог в церкви. Это же намного логичней. Точно. Ну чё, ребят, опа, погодите, я там кого-то вижу. Неужто там сидит бог? Так, тихо. Ребят, давайте, чё, пройдем туда? Так, тихо. Заходим и... здрасте, бог. Здравствуй, ангел мой, чего пришел? Здравствуйте, бог, я хотел вам сказать, а не могли бы вы, пожалуйста, деревню свою, ну, туда вам куда-нибудь сдвинуть, потому что, ну, честно, мешает жителям. Стоп, от тебя исходит неангельская энергия, ты кто? Черт, ладно, спалили меня. В общем-то, бог, знаешь что, я не ангел, признаюсь честно, я обычный человек с земли. А нет, бог, господь, это настоящий человек земли, давайте мы его уничтожим, пульнем в него молнией за то, что вторгнулся в божественное храмство. Нет, не надо, друзья мои, давайте выслушаем этого несчастного. Ну, вообще-то я не несчастный, ну, ладно, хорошо, окей. Слушай, бог, я не знаю, спускался ли ты на землю, но я тебе хочу сказать, на земле сейчас творится ужас, потому что вы своей деревне, во-первых, закрыли нас от солнца, вот, и там постоянно льет дождик, потому что у вас тут тучи вокруг вас, облака, постоянно льет дождик, и это просто ужас, жители устали от дождя, все хотят солнечных деньков, все хотят, чтобы на грядках росли морковка, картошка, пшеничка, а вы этого не даете, все потому что вы встали над нашей деревней, понимаете? Понимаю. Понимаю, сын мой, понимаю. Но мы никогда не встаем просто так на месте. Значит, в этом месте есть так себе жители или так себе люди. Но мы можем с тобой договориться, так как ко мне пришел самый настоящий игрок. У нас на крыше церкви находится меч, который пока что никто, ни один из ангелов не смог достать. Если ты нам поможешь достать его, то так. Тогда мы наградим тебя нашим милосердием и улетим отсюда. Представляешь, 10 ангелов пытались достать этот меч, и ни у кого не вышло. Ну ладно, я попробую, но обещать ничего не буду. Давайте, ребят, посмотрим, что там сверху. Это что ли это? Ух ты, это арфа, ребят, смотрите, это арфа, трунь. Прикольно. Давайте наверх поднимемся, где этот меч и... Воу, вот этот меч, ребята. Я не могу его вытащить, что сложно, взял и... Ребят, чуть пупок не развязался. Чё так тяжело, я не понял. Чё за бред? Погодите. Ребят, да ну нафиг. Не, все, они тут навсегда, считай, это деревня. Я никогда не достану его. Вы чё, я хиленький, я не смогу это сделать. Хоть по мне не скажешь, да, ребятки? Ну блин, это, я не знаю. А как? Как мне его достать? Хотя стоп, он говорил, что пытались сделать 10 ангелов. Но, ребят,
Нас-то с вами не 10, нас с вами 5 миллионов. И если ты прямо сейчас нажмешь кнопку лайк и подписаться, то нас будет еще больше. Может быть, даже 10 миллионов будет. Кто его знает, поэтому жми лайк, подписывайся на мой канал, нас будет больше. И давай, все вместе сейчас попробуем, ребятки, выхватить этот меч. Давайте, помогайте мне лайком и подпиской на канал. Давайте, жмите лайк, подписывайтесь, давайте. Ой, ребят, что-то не помогает. Не помогает, давайте еще раз. Давай, ставь лайк быстрее. Быстрее, ставь лайк, подписывайся сейчас. Да, ну, пожалуйста, давай, сделай это, дружище, сделай, давай. Давай, мне даже это... О, да ладно. Спасибо тебе огромное, чувак, ты просто чудо. Вау, нифига, теперь у нас есть сильный меч. Хотя его, наверное, надо бы Богу отдать. Да, его, наверное, надо бы отдать Богу. Но, блин, он дает мне... Смотрите, он дает мне... Во-первых, он очень тяжелый. Фух, я не знал, что у меня это получится. Он дает мне большой угол обзора, но он очень тяжелый. Я такой уже видел в сундуке бога. Я знаю такой меч, он реально очень тяжелый. Ладно, хорошо, давайте спустимся к богу и сообщим ему радостную новость. Ну все, бог, готово. Я вытащил, хотя нет, какой я? Нас, 5 миллионов человек взяло и вытащило меч. Ты думал, я буду один? Нет, нас, представляешь? Еще раз повторюсь, 5 миллионов помогло. Люди, которые поставили лайк и подписались на канал только что, спасибо вам огромное. Серьезно? У тебя такая большая аудитория? Ребята, вы все молодцы и заслуживаете уважения и награды. А также ты, Компошта, сконцентрировал все эти силы на том, чтобы достать этот меч. Мы улетаем отсюда. Живи с миром, Компот, и ступай из нашей деревни. Спасибо, Господь, спасибо. Все, ребят, уходим отсюда. Это была просто жесть, это реально жестко было. Все, вылазим отсюда, слазим и... Да ну нафиг! Дождик прошел! Дождик! Спустя несколько дней уже прошел дождик, ребятки! Спустя несколько дней! И, видимо, прямо сейчас эта деревня улетит отсюда. Это жесть, ребят! Мы с вами справились. Спасибо большое тем, кто поставил лайк и подписался. А кто этого не сделал, успей, еще не поздно. И ты можешь потом с гордостью говорить: я смотрел этот канал до 10 миллионов подписчиков. Представляешь? Войдешь в историю. Поэтому подписывайся прямо сейчас, ставь лайк, пока я спускаюсь. Ну, блин, это, конечно, жесть. То, что мы сейчас с вами сотворили. Ребят, я хочу вам сказать огромное за это спасибо. Что ж, с вами был я, Компот. Сегодня мы притворились ангелами и попали в эту небесную деревню бога. С вами был я, Компот. Всем удачи, ребят, всем спасибо, всем пока. Пойду расскажу жителям радостную новость.